Воскресенский филиал ВМУ компании «Уралхим» проводит большую социальную работу по многим важным направлениям. Одно из таких – поддержка ветеранов предприятия. Именно для тех, кто много лет посвятил работе на химкомбинате, а также представителей городского совета ветеранов, организовали увлекательную экскурсию по ВМУ. Не имея прошлого, невозможно создать будущее. И наша политика, политика нашего завода на старом прочном фундаменте созидать новое, используя новые технологии, сохраняя старые добрые традиции. Представители ветеранского движения посетили несколько структурных подразделений и цехов. Они наглядно убедились, что промплощадка развивается, внедряет новые технологии, улучшает качество продукции и, конечно, помнит о своих сотрудниках. Особый интерес вызвало отделение сложных минеральных удобрений – визитная карточка предприятия. Очень все хорошо, все понравилось. Дороги, все везде здесь ремонтируется, все делается. В общем, обновляется территория комбината. Очень хорошо. Вот сейчас были в цеху, где выпускаются удобрения кристаллические. Очень понравилось. Все как это, автоматика везде. Люди работают, я думаю, с удовольствием прямо. Также гости с интересом осматривали новые помещения электроремонтного цеха с инновационным оборудованием. Во время экскурсии ветераны задавали вопросы и даже давали советы. И, конечно, узнавали много нового о современном предприятии, с которым неразрывно связана их судьба. Галина Константиновна Васильчук, например, отработала здесь 30 лет и уже 20 лет является хранителем истории ВМУ в музее. Хочу сказать огромное спасибо организаторам этой экскурсии, потому что она для меня была очень познавательна. И когда мы будем встречаться со школьниками, жителями города Воскресенска, для работы я это все буду использовать. Очень радостно то, что наше любимое предприятие живет и развивается. Экскурсия оказалась полезной и для представителей городского совета ветеранов Воскресенска. Сегодня прямо удивлен, восхищен, что предприятие достигло такой высокой технологии производства, который выходит в мировые стандарты, высокая организация труда, что позволяет решать эти сложные проблемы. Значит, обеспеченность, видим, серьезными средствами защиты всех работников предприятия. А для нас, ветеранов, приятно, что предприятие сохраняет традиции лучшие, как градообразующее предприятие в прежние годы. Это забота о своих ветеранах. На прочном фундаменте строить новое и развиваться, сохраняя традиции, сложившиеся десятилетиями. Следуя такому принципу, филиал ВМУ компании «Уралхим» планирует еще много познавательных мероприятий. Юлия Тиунова, Евгений Стародубов, новости из Искровект.